Мы рассказываем реальные истории из жизни, то есть медицинские случаи, поэтому это безумно интересно и нам, как артистам, которые играют это все, и зрителям, конечно, которые видят реальные истории на экране. Сценарий захватывающий, иногда полуфантастический, но самое любопытное, что чем ярче история, чем сложнее в нее поверить, тем действительно больше вероятность, что в жизни это возможно. Это такая стандартная как бы жизненная ситуация, но мы рассматриваем ее под микроскопом. Я желаю вам хорошего дня, хорошей недели, хорошего месяца и вообще счастья, здоровья, любви и радости.